Приговор по резонансному делу о лжепредпринимательстве вынесли сегодня в Минске. Речь идет о двух женщинах, которые создали небезызвестные группы в социальных сетях «Маргаритка, Маргаритка». Мать и дочь, 49-летняя Ольга Антонова и 28-летняя Екатерина Бонадысева, приговор слушали спокойно, но не глядя в глаза пострадавшим. Правда, в зале были не все. В общей сложности на удочку мошенниц попались свыше 1200 человек. Обвиняемой Антоновой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Обвиняемой Бонадысевой окончательно назначено 8 лет лишения свободы, с учетом того, что она была ранее судима за мошеннические действия, аналогичные совершенным. Напомним, в созданных обвиняемыми группах «Маргаритка, Маргаритка» продавалась в основном бытовая техника по очень привлекательным ценам. Это была лишь уловка. Товары покупатели не получали. Сумма ущерба по материалам дела – около 800 тысяч долларов. Процесс длился около 2 лет. Приговор может быть обжалован.